Другим темам. Владимир Путин считает, что необходимо совершенствовать контроль за расходованием средств в рамках гособоронзаказа. Размещение и исполнение контрактов в этой отрасли и сопутствующие нарушения оказались в фокусе внимания на встрече президента с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая прошла сегодня в Новоогареве. Юрий Чеханчин рассказал о выявленных злоупотреблениях и о том, как с ними борются. Владимир Путин напомнил, что государственные заказы обеспечивают работой сотни предприятий и способствуют развитию высокотехнологичных отраслей экономики. Это очень важная работа не только для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны, что само по себе является одной из ключевых задач, но и важно с экономической точки зрения, поскольку гособоронзаказ обеспечивает работы большое количество занятых и способствует напрямую высокотехнологичному развитию российской экономики. Деньги большие государство выделяет, и нужно, чтобы они расходовались рачительно и, разумеется, без всяких нарушений. Знаю, что вы подготовили целую систему контроля за расходованием этих средств. Как строить непосредственно госмониторинг вот эту работу? Порядка 1000 контрактов выделили до особого внимания, и из них набрали по признакам, которым считаем, что есть предмет разбирательства Министерства обороны. Ну, условно, там цена прошлого контракта была такая, сегодня уже другая. На втором уровне мы берем исполнителей. Из порядка 100 хозяйственных субъектов у нас сегодня уже есть. Мы сообщили об них, это которые вовлечены в теневые схемы. Да, но если есть явные признаки нарушения закона, надо прокуратуре передавать, следствие. Да, и при прокуратуре, но пока уголовных дел нет. Пока мы говорим только то, что они там используют фирмы, однодневки. И последний момент, который мы говорим, это жизнедеятельность самого исполнителя вне гособоронзаказа. 40 предприятий это вовлечены в теневые схемы, мы с ними сейчас разбираемся и предупреждаем Министерство обороны. И порядка 20 предприятий, где идут уголовные дела. Вот вкратце, как работает система. Нужно ее совершенствовать и усилия на этом направлении не ослаблять, а наоборот наращивать. Хорошо, есть.